Всем привет, с вами мистер Чизер, вы смотрите мой жесплей канал, и сегодня я хочу поделиться своими первыми впечатлениями от игрушки Heroes of the Storm. Она сейчас у нас в закрытой бете, ключик мне любезно сама студия Blizzard предоставила. Ну и что ж, решила все-таки в нее поиграть. Несмотря на то, что я особо не люблю жанр моба, ну не то чтобы его не люблю, он мне просто немного неинтересен, скажем так. По этой причине я как раз таки не играю в Dota 2, по этой причине я забросил Лигу Легенд. Ну, как сказать, забросил, я в нее толком-то и не играл. Но, тем не менее, я в нее играл побольше, чем в Dota 2. И вот именно из-за того, что мне особо не интересен жанр моба, я как-то на них внимания особо и не обращаю. Хотя, если честно, довольно много игр я перепробовал. И даже те, о которых вы, наверное, и не слышали. Да, Demigod? Кто-то, может, слышал об игрушке Demigod? Она еще до дотки вышла. Но тем не менее, сегодня мы смотрим на ZBT Heroes of the Storm. Об этой игре я мало что знаю. Наверное, знаю только то, что здесь студия Blizzard решила совместить абсолютно все вселенные в одну кучу. И, в принципе, мне кажется, это просто обалденная игра. Особенно для тех, кто фанатеет от студии Blizzard. И кто фанатеет от творений студии Blizzard. То бишь от Warcraft'ов 1, 2, 3. От StarCraft'а 1, 2. От Диаблы 1, 2 и, может быть, 3, хотя не знаю, как можно фанатить от 3 части, но тем не менее. Ну и также другие игры студии здесь тоже были упомянуты. Пока что я тут только одну видел, это The Lost Vikings, то есть Потерянные Викинги, которая выходила на Сеге. Тут есть эти пацаны, это вот офигенно, если сюда Blizzard еще добавят машинки из Rock'n'Roll Racing. Это будет вообще обалдеть. Прикиньте, играть за этот машинку из Rock'n'Roll Racing. Я бы поиграл, честное слово. Это же игра детства, мать ее. Но тем не менее, давайте мы начнем не с игры, а именно с обучения. Почему вы спросите? Да потому что Blizzard заморочились даже сюжетом в этой игре. Хоть он и банален, но тем не менее, я тут уже немножко на него посмотрел, буквально минуты две. Ну, касается на сюжет, на ролики. И довольно прикольно они это сделали. Чтобы у вас не возникали какие-то вопросы. Эй, а почему там герои из Старкрафта, Варкрафта, Диаблы там из вселенной Викингов? Почему они все вместе на одной карте друг друга месят в кашу? Да вот потому что сейчас Blizzard там это все объяснит. Если честно, за вот это вот я их и люблю. За то, что они уделяют внимание таким мелочам, которым другие разработчики вообще даже внимания никакого не обратят. В общем, смотрим. Вперед, прием. Да черт. Ну и во что я на этот раз влип? Хочу заметить, это у нас же все-таки ММО игра. То есть онлайновая. Поэтому вообще сюжетные ролики не свойственны для мультиплеерных игр вообще. Но тем не менее, тут есть такое. Меня зовут Утор Светоносный, а ты избранник Нексуса. Нексус? Стало быть, тут замешаны протосы? Что? Какие? Послушай. Нексус — это космическая буря на стыке миров, времен и измерений. Ты был призван сюда, чтобы пройти испытание огнем битвы и обрести великую славу. Славу? Да мне и так уже тут интересно. Эти врата бури ведут на Вороний двор, в один из миров Нексуса. Щелкни правой кнопкой мыши, чтобы переместиться туда. Блин, мне это уже напоминает какую-то, не знаю, РПГ. Самостоятельную РПГ, хочу заметить. А не на какую-то ММО игру. Тем более бесплатную, когда она выйдет в полную версию. Она будет абсолютно бесплатной. И не нужно будет никакие ключи искать и прочее, прочее, прочее. Кстати, насчет ключей. Я в последние 2 дня эти ключи учащенно искал. Но так и не нашел, пока мне Blizzard сами не прислали письмо на почту. Так что спасибо Blizzard'ам. Да то, что мы можем сейчас посмотреть на эту игру. Я не подведу. Ты мне даже урон не нанес. Что это за крип такой? Наступать. Воины отображаются на мини-карте. Окей.
Ну, конечно, это обучение самое банальнейшее, которое только возможно, но тем не менее. Я его решил запустить только по той причине, что здесь есть прикольные ролики. Ты не уйдешь! Так, сверка регенерации. Кстати, смотрите, мы сейчас как раз таки в мире Варкрафта. Судя по вот этим декорациям. Тебе и ближайшим союзникам. Ну, попробовать. Зажми клавишу A и щелкни мышью по земле. Ну да, 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 автоатака, я знаю. Я в стратегии играл, я знаю, что это такое. Так, ну да, тут как и в Лиге Легенд, и может быть в Доте, я не знаю. На кнопочку пробел мы можем лучиться на нашем персонаже, если мы куда-то убрали камеру. Тебе это только предстоит. К тому же с парой воинов ты точно справишься. Давай, разбирай, Рейнер, побыстрее. Это ж какие-то чертовы скелеты. Скелеты-пираты еще, судя по тому, что у них бандана на голове. Неплохо. Похоже, до города мы наконец-то добрались. Расскажи-ка мне, что здесь происходит? Этот мир называется Вороньим двором. И, похоже, владыка демонов Диабло держит его... Диабло, да-да-да. Здесь у нас все персонажи вселенных... Blizzard есть. Молчать, отродя сатаны, я тебя уничтожал уже не один раз. Каков на вкус твой страх, смертный? Понятия не имею. А страх что, можно попробовать на вкус? Это была метафора. Пожру, может сожру. Ну ладно, если честно, я очень рад, что эта игра уже на стадии... Беты имеет русский язык. Надо поучить его хорошим манерам. Как бы в разы приятнее играть. Чтобы победить Диабло, придется использовать способности по максимуму. Ага, это он простреливающий выстрел делает. Окей. Способности наносят больше урона, чем атаки оружием. Привет, парни, будете помогать мне? Нет? Быть скелетов 49. Серьезно? Чё так много? Не, я как бы справлюсь, но все равно. Пожалуйста. Пацаны бы помогли. Запомни, было бы неплохо. Патроны могут уничтожать вражеских воинов группами. Да ладно, я это уже заметил. Пацаны? Слишком много скелетов. Придется отступить. Нехорошо. Парни теряют запал. Используй воодушевление, чтобы подбодрить союзников и усилить себя. Окей. Любая задача мне по плечу. Вперед, пацаны, убить их всех. Будь поаккуратнее. И давай делать наш простреливающий выстрел. Левая кнопка используется для стрельбы. Тихо. Сейчас подбодрим вас. Можно увеличить скорость передвижения и твою и союзника. Хорошо. Пользуй его почаще. Да, вообще скелеты рассыпаются на раз-два, слабаки. Убить их всех. Ой, сейчас надо воодушевление, тут жесть. Сражаются со скелетами гораздо яростнее. У тебя есть. Не, пока это довольно мило выглядит. Если честно, я бы это больше назвал какой-то полустратегией, полу-РПГ, чем моба-игрой. Вот умеет же Blizzard заморачиваться на мелочах. Моя смелость не поможет. Даже обучение сделали прикольным. Наши пехотинцы уже начали бой с Диабло. Разблокируй камеру и сам увидишь. Вот так. А теперь прокрути карту и посмотри, чем занят Диабло. Ну, он развлекается, ему нормально. Ой, пацаны сгорели. Он ранен. Самое время тебе вступить в бой. Ну, может быть, камеру, да, спасибо. Можно снова заблокировать, повторно нажав клавишу F. Можно лочить, я понял. Довольно полезная штука. Там пацан отдыхает. Все его грешные души будут принадлежать мне. Ага. Только не в мою смену. А, так у тебя здоровье по минимуму. Что мне тебя добивать? Сейчас, последний выстрел и все. Диабло, ты повержен еще в 50-й раз или в какой-то там, я не знаю. Сколько раз я тебя уничтожил уже? Учитывая первую Диаблу, вторую Диаблу. Но в третью я, к сожалению, не играл. Чтобы присоединиться ко мне. Так что,
Я считаю только разы, когда я убивал его в первой и во второй части. Ну что ж, пока довольно мило выглядит данная игра. Интересно. Это зал штормов. Когда начинается битва, герои попадают именно сюда. Наша цель — уничтожить цитадель противника и не дать ему уничтожить нас. Такой же маркер, как в Старкрафте. Из обеих цитаделей выходят воины, которые расходятся по разным линиям и сражаются друг с другом. Это я вижу обучение вообще для самых-самых чайников. Тем не менее, мало ли, может кто-то не знает, как в мобу играть. Знаешь, не зацикливайся особо на таких вещах. Окей, погнали убивать всех. За мной. Одна линия всего лишь, но погнали. Тебе надо на передовую. Так, я уже бегу туда. Опа, мясник. Хочет поиграть. Стежок. Не самый мудрый ход. Напасть на форт в одиночку может только самоубийца. Добить скотину. Труп вынесите, пацаны, пацаны, труп уберем. Давайте, а то вонять будет тут еще. Воодушевление. И ты избежишь урона. А, он еще отталкивает. Отличный выстрел. Башни — серьезная угроза. Но в первую очередь они атакуют воинов, а не героя. Ну да, это понятное дело. Башни из-под прикрытия наших воинов. Ну, блин, я не знаю. Мне пока эта игра очень нравится. Надо будет потом еще мультиплеер порубать. Обязательно в порядке. ПВП режим. Ибо в нем весь кайф. Ты отлично себя проявил. Я ж ничего не делал. Отлично получается, у меня талант. Опа! Здорово! Ты еще жив? Это мелочи! Сейчас я вкушу твоего страха! Давай! Вкусишь моего страха? Это уже слишком. Ты в школу вообще ходил? Страх не имеет вкуса. О, стежок, здорово. Страх нельзя есть. Видишь, даже вонючка это знает. Хватит. Да и с юморком немножко поработали, как я погляжу. Опаньки. Ой-ой-ой-ой. Что? Минуточку. Я разве не умер? Не волнуйся. В Нексусе смерть — явление временное. Скоро ты воскреснешь и будешь готов снова вступить в бой. Утар, а ты со мной не пойдешь, нет? Если я помогу. О, другое дело. Уравнять шансы. Конечно. Вперед, партнер. Вот так бы и сразу, а то нет, нет, иди мочи их. Как эту хрень убрать? Я это все понял. Можно попробовать. Седлай скакуна, мы возвращаемся в бой. Транспорт! С каких это пор лошадь это транспорт? Чтобы спешиться, нажми на кнопку «Транспорт» еще раз. Транспорт — это тот, кто перевозит несколько единиц живой силы. Конечно. А лошадь — это не транспорт. Лошадь — это просто средство передвижения, ну и животное в первую очередь. Ну ладно. Спасибо на том, что хотя бы так перевели. Я добью. Черт, не добил. Добью. Ага, боты. Как же они рассыпаются. Ну дай воодушевление. Неплохая штука. Мне Рейнар определенно нравится. Да мне вообще во всех моба-играх нравятся персонажи дальнего боя. Ага, ага, давай иди сюда. Краснокожий. Идея с хренов. Так, главная база тоже умеет стрелять, я вас понял. Что еще остается? Вроде в доте там еще две башни стояли, которые стреляли. Вместо этого. Ну или я либо чего-то не знаю. Но неважно. Обучение, по идее, пройдено. И как я заметил, здесь нет шмоток. И это хорошо, потому что на них заморачиваться, если честно, я никогда в доте не любил. Я
отомщу тебе, Джеймс Рейнард. Да ты как прям это... Команда R из покемонов. Я вам отомщу! Опаньки, опаньки. Чуваки из Диаблы. Нова! Не ожидала тебя здесь увидеть, ковбой. Нова? Чувствую себя прям как дома. Не расслабляйся. Сейчас будет жарко. Прямо как я. Еще радует то, что подобрали даже актеров для русской озвучки. Тех, которые озвучивали второй StarCraft и так далее. Мой черный экран, это так и должно быть? А нет, все. По идее, обучение пройдено. Ну что сказать, мне в принципе пока что понравилось. Я хотя не играл еще в мультиплеер, но я обязательно в него поиграю, наверное, на стримах. Но такие вот первые впечатления, самое-самое первое, довольно интересные. Вот это вот обучение, оно уже, скажем так, сделано офигенно и заточено под какую-то одиночную RPG больше, чем под какую-то онлайновую, бесплатную, точнее условно бесплатную игру. Нет, серьезно, Blizzard, точнее, Blizzard, умеют делать все-таки чертовы игры, и вообще, что они делают в последние несколько десятилетий? Это берут какую-то наработку и доводят ее до ума. Причем до такого ума, что можно в нее играть, играть и еще раз играть. Тот же Warcraft, вспомните, они посмотрели на Дюну вторую, подумали, а неплохая штука это, стратегия в реальном времени, да? Давайте запилим свою стратегию с орками, блэкджеком и людьми. И запилили же. Сделали первый Warcraft, который так себе, скажем так, был экспериментальный. Потом сделали второй Warcraft, который уже был более интересный, более инновационный. И все в таком духе. А потом сделали просто шедевральный третий. Что они сделали со StarCraft? Сделали шедевральный первый, сделали не менее шедевральный второй. Умеют же ребята делать. Также они себя пробуют, вот как вы видите, сейчас в новых жанрах. Таких вот как моба. Также они хотят запилить еще свой собственный Team Fortress под названием Overwatch, который, если честно, абсолютно на Team Fortress не похож, только похож внешне. А внутренняя core-механика абсолютно там другая, судя по геймплейным роликам, которые я видел. Но, в принципе, Heroes of the Storm стоящая игра, и я всем рекомендую сейчас в нее поиграть, поучаствовать в ее развитии на стадии ZBT. Вот так-то! Ну а мы, наверное, увидимся уже на стримах по этой игре. Надеюсь, я в ней задержусь. И вы меня можете спросить, эй, а почему ты тогда Доту вторую не любишь? Если тебе понравилось Heroes of the Storm, пока что понравилось, там посмотрим, как это будет дальше идти. Да все банально, просто. Почему мне долгое время нравилась не нравилась Дота вторая и нравилась Лига Легенд? Тут можно провести аналогию как с GTA 4 и Saints Row 3. Мне не нравилась GTA 4, но мне нравился Saints Row 3. Игры, в принципе, одинакового жанра, но Saints Row 3 намного более веселый и, скажем так, основная его концепция направлена на то, чтобы развеселить игрока. Сюжетом там и так далее, хотя сюжет там тоже довольно серьезный был, но все равно он там разбавлен был таким количеством черного и не только юмора, что рокстаровцы позавидуют, наверное. А в серии GTA всегда присутствовал серьезный и реалистичный какой-то такой сюжет, реализм присутствовал. Вот тут примерно тоже та же самая ситуация была с Дотой 2 и Лигой Легенд. То, что Дота какая-то серьезная для меня была, а Лига Легенд веселая, такая быстрая, динамичная. Вот поэтому я в Лигу Легенд играл. Но так как я Лигу Легенд удачно забросил, потому что мне она стала банально неинтересная, я теперь думаю, пущу все свое свободное время в Heroes of the Storm. Ну вот как-то так. Так что можете меня, наверное, добавлять, друзья. Вы видите, как у меня тут ник написан, там номер какой-то еще мне сюда приписали. Но тем не менее, можете меня добавлять, друзья, может быть, как-нибудь вместе поиграем. Но это уже как-нибудь в следующий раз. Ну а пока что с этим видео все. С вами был Мистер Чейзер. Подписывайтесь на мой пока что маленький канал, оставляйте свои доброжелательные и не очень комментарии. Не забывайте ставить палец вверх, вниз, влево, вправо, куда угодно. Всем спасибо за просмотр и увидимся на стримах по этой игре. Всем удачи и всем пока!